Равнение на середину. Уважаемый Пимар, Муниципия Белс, 9-й международный турнир Кубок вызова построен. Докладывал судья международной категории Сергей Нелепин. Уважаемые судьи, уважаемые спортсмены, уважаемые гости нашего города, я очень рад, что сегодня в этот день мы с вами открываем 9-й международный турнир Кубок вызова. Я очень рад, что по сравнению с предыдущими годами в этом году количество участников увеличилось. Это говорит о том, что престиж данного турнира с каждым годом растет. И в этом заслуга тренерского состава организаторов. Я очень рад, что в нашем городе открылся спортивный современный зал по боксу. Я хочу поблагодарить Николая Григоришина за то, что он курировал этот проект. И сегодня нам не стыдно в этом зале проводить и международные соревнования, и национальные. Я хочу сказать, что вы все знаете мое отношение к спорту. Да, у нас в течение последних 30 лет очень мало делалось. Мы с каждым годом продолжим свою работу. Мы будем делать все для того, чтобы Бельцы были не только северной столицей Молдовы, а чтобы стали полноценной спортивной столицей всей страны. Всем участникам успехов, пусть победит сильнейший. Тренерскому составу, организаторам огромное спасибо за то, что вы делаете, и за то, что продвигаете наш город на национальном и международном уровне. Спасибо большое.